Я предлагаю вам, ну, конечно же, уже догадались наши постоянные телезрительницы, и наша модель Елена демонстрирует. Я предлагаю вам кольцо, одноименное кольцо. Посмотрите на эту гармонию, непревзойденно тонкое сочетание, которое позволит вам выглядеть особенной на любом мероприятии. Не забывайте, пожалуйста, что у нас сегодня действует акция. Бесплатная доставка на сумму от 2900 рублей. Ну что ж, встречайте, вот оно, кольцо возрождения. 2500 рублей сделали заказ, получили бесплатную доставку. Мы с вами уже прикинули, это, допустим, две пары сережек возрождения. Ну и, конечно же, дополняйте серьги, которые вы успели заказать, кольцом для того, чтобы у вас был идеальный гарнитур. Посмотрите, какое нарядное колечко я вам демонстрирую. Итак, это кольцо возрождения, серебро 925 пробы в позолоте. И цена умопомрачительно низкая. Это буквально подарок вам от нашего канала Шоп-н-Шоу. Стоимость кольца возрождения сегодня 1090 рублей. И вы уж подумайте, кому вы будете делать этот подарок. Только себе или кому-то из своих родных и близких. Уже вы видели, на ваших экранах появлялась проба. Я сейчас вам покажу ее еще раз и подробнее посмотрим. И проба, и клеймо завода-изготовителя на оборотной стороне шинки у нас имеется. Итак, это предложение достойное. Это предложение очень и очень доступное. И особенно приятное, что это предложение у нас идет в паре с сережками. Не забывайте, серьги – это специальное предложение. Доступнее представить цену на подобное изделие невозможно. И, безусловно, заказали серьги – заказывайте кольцо. Это идеальный гарнитур. Давайте посмотрим на ширину шинки на ваших экранах. Сейчас я ее измерю, мы вместе ее рассмотрим. У нас ширина шинки 7 миллиметров. Вот такое восхитительное колечко. Мне, безусловно, нравится эта ажурная работа по металлу. Ощущение, как будто бы это золотое кружево, которое буквально застынет на ваших пальчиках. Определяйтесь быстрее с размером, точнее, на каком пальце вы будете носить это колечко. Размерный ряд от 17 до 20 с половиной. Я сейчас хочу особое внимание на это изделие обратить тех милых женщин, которые, возможно, раньше смотрели Шоп-н-Шоу, но ни разу еще не делали заказ на нашем канале. Вот подумайте, вы получаете колечко, ювелирное изделие, кольцо, покрытое позолотой, серебро в позолоте, по цене чуть более 1000 рублей. Вы уже вчера отдыхали с семьей. Сколько денег вы потратили в ту субботу, то есть вчера? Сколько денег вы планируете потратить сегодня? А теперь представьте, что за 1/5, 1/10 этой суммы вы получаете кольцо, которое вас будет радовать не только в эти выходные, и в следующие, и в следующем месяце, и в следующем году. Что я пытаюсь этим сказать? Я пытаюсь сказать, что, приобретая ювелирные изделия, вы вкладываете эти деньги, а не тратите, потому что ювелирное изделие не бижутерия, а именно ювелирное изделие, настоящее, достойное украшение, будет служить вам верой и правдой многие-многие годы. Задумайтесь над тем, чтобы сейчас вложить 1000, а со временем получать все больше и больше, потому что это кольцо будет вас украшать, будет вас молодить. И сегодня на гарнитуре возрождения вы экономите 1280 рублей. Представляете, какая скидка? Скидка равнозначная цене пары сережек.